Доброе утро, дорогие друзья! Что такое завтрак? Это уникальная возможность быть в хорошем настроении с самого утра. Сегодня я буду готовить завтрак не одна, в компании Дмитрия Арсенюка. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня мы будем готовить завтрак. Омлет по-французски. Очень вкусный и полезный, опять же. То, что мы готовим, все полезно. Ага, вот оно как. На самом деле, открою небольшую тайну. Дмитрий не любит яйца, но делает это, то есть ест их для того, чтобы быть всегда здоровым. Да, совершенно верно. А есть еще продукты, которые, вот, в общем-то, ты осторожно к ним относишься? Да, очень много. То есть брокколи я не люблю, яйца, потом капусту не люблю, гуляш не люблю. Не повезет же твоей жене. Так очень много. В каком-то смысле. Да. Так, ну давай приступим к приготовлению. Да. Что делаем? Сначала натрем картошечку. Почистим лук и яйца. Приступаем к нарезке лука. И для того, чтобы, в общем-то, у меня был достойный повод всплакнуть, разреши спросить тебя о личном, Дим. Угу. Свободно ли твое сердце? Я думаю, большинство сейчас девушек это волнует. Да, я совершенно свободен. То есть я не строю отношения серьезно. Почему? Некогда, потому что карьеру строишь? Ну да, можно так сказать. Очень мало времени уходит на девушек. То есть... А любая девушка очень любит внимание. Вот так. Так, все, с луком готово. Отправляем это к картошке, правильно? Да. И что дальше? Нужно сбить яйца. А когда были Олимпийские игры в Сочи, ты конкретно за каким видом спорта наблюдал? За хоккей. Но помимо него, что еще тебе кажется красивым? У меня этот сноуборд впечатлил. Очень классно. То есть скоростя большие, это опасный очень вид спорта. Угу. А из женского вида спорта ты бы какие выделил? Кёрлинг. Нравится, правда? Нет. Телезион грейского рода. Дорогие телезрители, омлет по-французски получился у нас. Очень вкусно, если честно. Что хочу сказать напоследок, пора уже прощаться. То есть следите за своим здоровьем, правильно питайтесь и всего вам хорошего. Спасибо тебе, дорогой Дмитрий, что ты не одно утро сделал не только ярким, но и вкусным. Но вам, дорогие друзья, советую оставаться в нашей компании для того, чтобы утро действительно имело какой-то другой смысл.